Нарты сегодня. Фотограф из Екатеринбурга заинтересовался осетинским нартским эпосом. Федор Тилков – известный мастер фотографии. Он более года изучал сказания и заметил взаимосвязь с современной жизнью. Итоги своего проекта исследования «Алания Завет. Кровь нартов» фотохудожник отразил в работах. Их он предлагает увидеть на своей фотовыставке. Она пройдет 8 декабря в ДК «Металлургов» в зале Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства. В 2016 году меня пригласили здесь провести мастер-класс на молодежном форуме. И, в общем-то, интерес с этого и начался к осети. И было всего 4 экспедиции, все это длилось около полутора лет, и вот эта история с нартами появилась практически в самом конце. Одна из книг мне попалась совершенно случайно, и когда я ее прочел, я увидел много пересечений с реальностью, которая есть сейчас в современной сети, и мне захотелось соединить и то, и другое, и проследить вот эту взаимосвязь между современным человеком и эпическим героем.